Уважаемые друзья, демократический выбор Казахстана 23 июня проводит митинг. Мы требуем бесплатное образование. Это наш второй общеказахстанский митинг. Я назову вам 5 причин, почему мы должны требовать бесплатное образование. Первое. Без образования у народа нет будущего. Второе. Дать равный доступ к образованию – обязанность государства, закрепленная Конституцией. Третье. Казахстан располагает огромными ресурсами для решения этой задачи. Четвертое. Для большинства казахстанцев образование стало неподъемной ношей или полностью недоступно. Пятое. Практически в каждой семье есть дети. Поэтому это касается каждого из нас. Наши требования справедливы и легко реализуемы. Почему власть этого не делает? Назарбаеву образованное население не нужно. Грамотные люди борются за свои права и не терпят диктатуры. Сырьевые доходы Казахстана уходят в карманы Назарбаева и его ближайшего окружения. Система образования стала личным доходным бизнесом членов его семьи. В то же время миллионы семей связывают достойное будущее своих детей с образованием, которое крадет у них режим Назарбаева. 23 июня демократический выбор Казахстана выходит на митинг с требованиями бесплатного образования. Я призываю вас присоединиться к нашим требованиям. Мы выходим за будущее наших детей, за будущее нашей страны. Алга, Казахстан!